Всем привет. Мы поехали. Сейчас сначала к Ларисе заедем. Заберем ее. Она вчера попросила свозить ее в Боготол. Я говорю, ой, как раз нам тоже надо. Нужно заплатить за питание. И Сашины очки забрать. В общем, как бы двух зайцев убьем. И Ларисе поможем. Ей в банк надо. У нас, видите, какая погода. Дождь со снегом. Это не туман, это так ветер с ней ходит. Дождем. Ой, вон, сейчас птица чуть-чуть залетела. Мы в наш хороший набрались. Лариса говорит, как в городе. Да, приятно. Ну, сам выбрал, все посмотрел. У нас погода ужасная, прям ужасная, ветер страшный. Уже похолодало сильно. Да минус 7, наверное, где-то сегодня. Все, тебе никуда не надо домой. Ой, что у меня тут. Мне все вообще. Я сейчас буду ждать. Уже домой надо кушать, готовить. Время уже 2 часа. Ну, у меня там вареники есть, мы делали, и пельмени, наверное, сейчас сварю, а готовить уже буду попозже. Оплатили мы питание. Вы знаете, так смешно получилось. Оплатила и забыла. Сижу у Васи, пытаюсь, говорю, Вась, откуда у меня, кто у меня 5000 как со счета снял? Совсем забыла. Вот за четверых мы платим 5 с копейками. За питание. Вот забрали Сашины очки. И вот смотрите, они еще меньше, чем те. И вот мы ведь выбирали в оптике вместе с, как он там называется, ну, в оптике, кто работает. Я даже не знаю, как называется этот врач. Взяла, знаете, вот такой вот футляр вот такой, чтобы она могла, например, на физкультуре, она снимает, чтобы могла положить, если кто-то сядет на очки, чтобы не раздавили. Товарные диски купила девчонкам, хлебушек. Вася сегодня брал булку, да, утром, пап? Хлеб. Ага. Взяли масло сливочное, этот раз решила попробовать семёночное. Рогачу. Ну, обычно, знаете, я покупаю 3 коровы, но сегодня мы отоваривались в магазине хорошем. Вот такой какой-то Скоробогатов, масло крестьянское. Они по 130 или... Ой, нет, по 99. Что одно, что второе. Кофе взяла вот такой Максим, который нам присылали из Германии. Мы его убрали. Если куда-то в дорогу будем его брать. Оно там в пачечках. Вася вот такие конфеты себе взял. Топ-шлеп. Он иногда чай пьет с конфетами. Ну, может, ребятишки, конечно, поедят. И вот я детям купила конфеты вот такие. Вчера брали мы круассаны. Они с таким удовольствием поели, что я так поняла, что им не хватило. Взяла совсем немножко огурцов, помидор на салатик. То, что мы вчера покупали, мы вроде и вчера ездили. На 1700 купили, можно сказать, за раз все съели. Всю колбасу, аж у нас много. Еще гости пришли, конечно, мы все подчистую тут подъели. Поэтому вчера я покупала колбасу, вот такую докторскую. Вот мы за раз сели, мы за раз ее всю съели. Знаете, хотя у меня там щи есть, но как там гости пришли, мы не хотим, мы только поели. Ну, я говорю, ну, давайте салатики с колбаской, с бутербродиками, и нашу все потаскали. И вот такой раз колбас докторская, и вот это. Ну, вот это тут вкусное, нам понравилось, вчера покупал. Вот такой сыр взяла, и папа мандарины, и купила грудку. Грудка по 194, по-моему, за килограмм идет вот так вот. Я сегодня суп сварю, а еще я фарш доставала. С фарша, не знаю, может, что-нибудь тоже еще приготовлю. Поэтому такие у нас погодки.
Там в комментариях пишут, почему у вас Дарина в одних и тех же штанах не ходит? В одних и тех же. Они новые. Конечно, она в них будет постоянно ходить. Всем привет. Обычно я тоже в одних и тех же тоже. Я дала всем свои эти облегающие сделала. Но не облегающие, они просто такой материал такого. Дарина, наверное, штучек 5. Но надо половину уже отдать. Да, они потому что. Надо новые уже покупать. Ну это давайте на следующий год уже. Все равно конец уже. Нет, я имею в виду это джинсики какие-нибудь свеженькие. Ладно, джинсы себе куплю. Ну. Что тебе коленки белые? Колен ползала? Вся ползала, вся грязная. Да. О. Носки рваные. О, какая грязная. А я в школе Дарину кричу. Дарина. Я же не знаю, что расстояние между нами было метров так 3-4. Я что-то, блин, слышу. Она меня не услышала. В итоге мы встретились около весны. Ну что, перед тобой глаз, сзади люди шли, я что, буду слушать, что ли? А то они говорю, вот так делай меня. Я же бежать должна по лестнице вниз с носом. Да, беги прям. Дарина! Ну и, короче, разошлись, да, как море корабли. Да, и встретились. Куда сошлись? Я думала, кто быстрее придет. Я такая, Алина уже, подожди. Я не стала ждать, как она меня. Я не слышала, ты громче кричи. Сегодня по математике это писали. А, да, что писали? Десятичные числа. Ну, вычитали, вычитание. Ну, плюс-минус. Ну, умножение, деление. А Настя тоже сейчас звонила, спрашивала, ну, что там, Алина, какую оценку получила. А в итоговом сочинении просто пишут, зачет, не зачет. В классе у них все, у всех зачет. Ну, только что Алина мне сказала. У А-класса тоже. Угу. Да, они... Конечно, напишут, господи, что там, оценку же не ставят, самое главное. Ну, что, как отдохнула? Хорошо. Понравилось? Угу. Ну, у нас тоже гости были, тоже хорошо да? отдохнули. Какие? А там деревья Лариса, очень ты... грязно было? Нет, они живут прямо около асфальта там. А, ну, ну там связи-то было, вообще нет связи. Только около этой. Ну, зато здесь телефонов пожила. Так у меня на телефоне тоже есть некоторые, повторить можно. Это как я в пачечной ездил. В пачечной вообще связи нет. Вообще нету. Нет сети. О, хорошо отдыхаешь, да, от телефонов. Надо вас отправить в деревню. Там еще как разольется вода, так и останетесь там. Там же вообще нету. Ты что, в деревню я раз пачечную ездила? Я раньше каждый каникулы ездила. Ну. Не знаю, сейчас что не ездишь. В телефонах есть. А я не знаю, куда Викушку в деревню. Вика постоянно, она на выходные дома. Их только в понедельник увозят. В пятницу привозят. Так, я сейчас с вами автобус в пятницу, вторник. Ну, только что, да. Ага, девчонки пришли. В общем, сварила я вареники. Тут немножко сейчас подогрею их. Только-только что сварила. Вася любит, чтобы, знаете, вот с салом, с чесноком. Все равно вода попадает, выпарю чуть-чуть. Поставила воду на пельмени. Сейчас сварю девчонкам старшим. Ой, младшим, старшие уже поели. И решила я сделать котлеты. Немножко у меня тут фарша последнего уже, правда. Хоть немного котлетную сделаю. Хотела сначала, знаете, пирожки испечь. Потом, думаю, мы и так все кругленькие. Решила просто котлеты вот так вот сделать. И грудку запеку. Купила сегодня грудку же. Я ее сейчас помою. С аджикой намажу и в духовку. И будет у нас такая еда. Еще есть борщ. Немножко. Кто захочет. Девчонки младшие. Блин, девчонки старшие пришли, борщ поели. Да. Котик маленький. Соскучилась. Санечка, иди покажи, какие у тебя очки. Ей так понравились очки. Давай иди сюда покажи. Как у мамы почти. Угу. Вот тут немножко по-другому, видите, вот это вот, которое держит очки. Тебе в них удобнее? Угу. Ну-ка, тебе давай покажи, какие те. Не снимай, ходи в этих. Только оклюдер. Вася, говорю, немножко надо в кипяток опустить. Угу. Вот они формы почти одинаковые. Единственное, что вот эти как будто как-то... Да нет, они, можно сказать, одинаковые. Типа как будто как меньше выглядят. Так чуть-чуть загнуть. Симпатией. Так но... я у них пока еще чуть-чуть привыкла. Ну, привыкнешь. Они одинаковые. Это.
На лице почти не видно, красивые какие. Как будто у меня нет очков, да. Чувствуется. Вот эти я выбрала, а те Сашенька выбрала, захотела она. Эти даже меньше. Видите, они вообще поменьше. Саша, Женя учится гладить. Это я старую рубашку распорола. Самое главное, вот эти вот места тоже вот хорошенько разглаживайте. Вот. Смотри, смотри, пальцы следи. Так, Женя, осторожно. Мне Женя до лампочки. Мне все до лампочки катают. Вон Женя уже погладила одну, эту Саша гладит. Эту не страшно. Замариновала я грудку. Но сейчас пока я не буду ее ставить. Ой, сильно так не качает. Папа ее до лампочки качает. До лампочки качает? Да. Ничего себе. Олесенька, Олесь, а ополаскиватель я уже налила, ждала, когда выключится лампочка. Катает до лампочки вот этой. Ничего себе. Она прям подлетела. До потолков. Понятно. И вот сейчас еще котлеты пожарю. Но это будет на завтра все. Завтра что-нибудь приготовлю. Поставили куром, что-то разное. Котлетки. Не так. А, вон места не поменяли. Вот. Я Димка больше никуда не будет катать. Вот это да? Вот. Может, будет? Мне даже страшно до этой лампочки. Угу. А то я бы... Девчонки закончили английским заниматься, сейчас отдыхают. Поиграй. Настёна вещи привезла. Тут для беременных. И что это? Постельное. Вареники доедает папкины. Опять пришла есть. Как это пишут? Сама у родителей поел, Димка голодный. Что готовила сегодня? Картошку в духовке. Во, везет. Алин, так, а пойду в гости, да? Я иногда тут в стол зайду. Я специально все туда Димке наработала там. Настя такая, пойдешь к нам, она, а что у тебя есть? Покушать ничего нет, а тогда не пойду. Все. Алина такая. Нет, она говорит, что я себе буду суп? Нет, туда не пойду. Ну, я тут котлеты собралась. Пожарить. Кофе собрался. Скажите, скачивай меня. Давай я тебя покачаю. Все уже покачали, да? А что ты тут... Так, нет. Ну-ка обратно поставь. Неудобно мне качать. Ух, вот качает. Только другой стороной повернулась. А блин, Дариночка, а там вон пельмени есть еще, вон целая кастрюлька. Не хочешь? Пельмени сегодня варила тоже. Видите, какие вкусненькие. Девчонки поели. Хочу завтра вообще ничего не готовить. Девчонки, хочу завтра вообще ничего не готовить. Я куплю себе рыбу. Я куплю себе доктор. Молодцы. Давай мамы что-нибудь приготовим. Ну, одна рыбу себе купит, другая дошик себе купит. Поела, пойду Димке похвастаюсь, что поела. Да, да, иди. А он как-нибудь в другой раз придет поесть. Ну, как там, Сонечка? А это что? Нормально все? Да курицу. Я же грудку купила, а у него срок годности завтра заканчивается. Ну, потому что они... Я хотела суп сварить, потом думаю, ладно. Ой, не упало бы, аж сердце у меня ёкает. Что там, Соня, у тебя душа? Мультики смотрят с Димой. Ты на лампочке меня. У нас царе Иван. Как и хорошо мыло помыло. Хорошо, как полотенце. Вытирайте полотенце. Об себя она вытянет. Вот видите, как она сидит, папе читает. Молодец. Такая хорошая девочка. Сейчас я приду. Тома сегодня с папой спать будет, да, Тома? Ну, с папой попросила спать. Пойдемте, доченьки. Девчонки уже одели пижамки. Так, сними, доча, хвостик. Сними. Время у нас 8:30. Девчонки ложатся спать пораньше.
Потому что, да, у Саши голова болит. Ну что, вот только что переодели, зале кинули уже. Ладно, я завтра уже тут приберу. Ну, вот это надо тоже обрезать. Ну, хорошо, все, давай, спокойной ночи. Думаю, то ли от новых очков голова у нее разболелась, то ли что. Непонятно. Спокойной ночи, милая. Ага, все, все, сладких снов. Я тебя люблю, чтобы не шумел. Да, никто шуметь не будет, да. Сейчас я выключу. Нет, мама, посмотри. Нам все равно вкусно. Так, у меня постиралась одна порция одежды. Сейчас полоскание поставлю. Девчонки уже посудомойку заправили. Сладких снов, милые. Спокойной ночи. Вот 250 раз дети. Мамочка, спокойной ночи. Всем пока-пока. Ну да. Еще 100 раз повторят. Да ты как быстро торопится, раздевается, пока сказать, да? Собак ходила кормить? Всем пока-пока. Да, девчонки ходили кормить собак. Сейчас уроки, да? Нет. Девчонки обещали завтра что-нибудь приготовить. Что все приготовить? Не знаю. Чего хотите? Это кальмаров, осьминога. Чего хотите? Что-нибудь. Давай. Ну. Так разделаем первое, пожалуйста. Мы уйдем и ляжем. Да. Знаешь, что такое большое? Просто берут, делают курицу, запекают полностью. Без... Не отрубают ни ножки и вот так вот кладут ее на ложку. Ну не такую. Прям большую такую. Уже. Да ну у нас же есть курица. Запихать туда всякие овощи. Ну посмотрите в это рецепты какие-нибудь, что вы сможете приготовить. Ты чай решила попить? Картошки пожарила. Ой, хорошо. Кстати, у нас там грибов сколько. Тетя Лариса нам давала столько грибов. А, ну, с грибами, значит. Ну, разные. Надо папке сказать, что это. Мы здесь это все время, как это, грибы пособираем. Ну, попросим ее пожарить, карточки стоит, пожарить там картошку. Мы с свекушкой целую сковородку съедаем. Когда на одной сковородке хватает на всю семью. Да, первый раз был, тоже ели картошку с грибами. Ну вот надо грибы достать, надо уже, чтобы холодильник уже был пустой, по чуть-чуть закупать. То у нас только костей там еще. Ну ладненько, всем пока, всем до завтра. Всем пока-пока. Че она так? Че она так вот обдается? Всем пока.